Хотел бы представить руководителя филиала акционерного общества «Атмедиа» телерадиокомпании «Чалы ТВ» Зульфию Набиевну Султанову. Приказом от 16 декабря она назначена на эту должность. Но я думаю, что известный в городе человек, который достаточно успешно руководит коллективом редакции «Челнинские известия», поэтому, как говорят, будет два в одном. Я думаю, что все получится с учетом реалий сегодняшнего дня, с учетом того, что происходит в информационном пространстве в целом и города, и Республики Татарстан. Мы вам успехов желаем с учетом вашего опыта, с учетом положительных наработок, которые есть у вас.